Хозяин, заниматься будешь? Да, я там машину беру. Че, заснул, блядь? Просыпайся, ёпта. Да нет, слышь, машину протаранили. Сейчас приедем. Или похуй. Мне лично похуй, я на такой машине могу погонять. Я нормально прошу, сними наручники. Или привезти твою машину, хозяин. Да не надо мою машину перевезти. Да, вот да я тоже, да, у меня тоже похуй. Это вот эта вот машина, вот эта машина? Мою машину не таранили. В данный момент я... Слушай, отвечаю, ключами прошелся, ключами поцарапал. Я сейчас фотографию вам пришлю, она у меня целая. Вы согласны? Да мне насрать! Вы говорите, у вас по бодикамере. Вы опять начинаете? Блять, что ты за нерусский? Да идите нахуй. Ты слышал? Так, да. Ну что там? Товарищ, который хочет оплатить ему ремонт, я могу прямо сейчас сделать фотографии со своей бодикамеры, которая у меня на плече. Все, хватит. И машина новая. Я понимаю. А у меня нет, и что теперь? Какая из у человека вот претензия да. Оплатить ему ремонт. Вот это. Я сейчас подойду. Пойдем поговорим с тобой. В костюме спасибо. Фара задняя разбита. Да, там перед еще разбит. Бок и перед. Мне вчерашний момент я там не был. Что вы мне будете объяснять? Оплачиваете ремонт автомобиля или вас туда делать? Я вам объясню и оплачу. Слышь, хозяин. Давай по городу побеспредельничаем, погазуемся. Да? Вчера такой же был момент, и вас могут отстранить вашего, не знаю, кто он там был, кадет, нормальный, как он сказал, офицер, 13.015. Вот ну, у него всегда 13, была... 13.015 возраст. Да мне насрать, что это, братан. Вчера, да не, я не тебе говорю вообще, братан. Этот человек просто на все мои аргументы и доказательства приводил только одну фразу. Это мои проблемы. Вот мама, вы-то что сейчас ведете себя как свинья, объясните. Во-первых, еще... Это проблема, говорит. Это проблема, еще в общем, со стравами 5M, если вы понимаете, вы меня, о чем. Нет, не понимаю, все, вы меня слышите? Поедем бухать, когда... Куда вы пошли, стойте, мы еще не закончили. Вот, я задержан или что? Причина. Не капец, он злится там. Не с той ноги встал. Что, может, ему надо показывать немного? Да, я тебя не слышу. Вы задержаны. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть, и будет использовано против вас в суде. Также вы имеете право на личного адвоката. Если у вас нет средств на личного адвоката, государство вам его предоставит. И также у вас есть право на один телефонный звонок. Все, вам ясны ваши права? Мне нехуй заняться, равно, блядь. Понимаю. Мне нехуй заняться. Ладно, понятно.